У нас есть такой вот джип, называется полиция, полиция. Это польский автомобильчик такой, полицейский. Давайте его протестируем. Вот, спрыгнем. О, что ты, подожди. Ты чего, полицейский автомобильчик? Давай я тебя назад сдам аккуратненько. Все. Давай отсюда поедем. Как-то он странно едет. Нам нужно хорошо отсюда спрыгнуть. Опа. Нифига себе, высота. Высота конкретная причем. В лепешку. В лепешку, ребятушки, мы стукнулись. Да, вот тебе полицейский автомобиль. Не справился. Он, конечно, с падением разлетел на две части. Автомобильчик. Остались одни колеса. И двигатель, наверное, там стоит. А может быть, и двигатель тоже куда-то улетел. Ладно. Конкретно, причем все, и здесь застрял. Нехорошо. Но у нас есть еще эмбюленс. Давайте эмбюленс протестируем. Развернемся здесь. Парамедик. Так, где у нас трамплин? Так, трамплина я не... А, вот он трамплин. Все, едем на трамплинчик. О, что-то ее крутит машинку. Нам нужно набрать, ребята, скорость. О! Так, сигналочка работает. Опа! Кабину смяло. Ну, там, конечно, все уже. Водителю нехорошо. Кусок железа просто. Кусок металла летит. В лепешку сейчас превратится наш автомобильчик скорой помощи. Да, и застряли. Застряли мы, ребята, в ущелье. Вот так вот. Но еще есть полицейский автомобильчик. Давайте его протестируем. Так, все понятно. Так, где у тебя здесь? А, трамплин, вот он. Поехали. Опа! Опачки, ребята. Ох. Да как так? Как так? Машинку опять... В лепешку машинку нашу раскатала. Да. Ой, здесь она сейчас застрянет. Застрянет в ущелье. А нет, едем. Сигналочка работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как-то так, ребята. Как-то так протестировали мы машинки. Хорошо или плохо, пиши в комментариях. Ох, смотри, рядышком с другой полицейской машинкой она стала. Да, там то что, у нас полицейская машинка лежит или кто? Или это пожарная? Не понял. Непонятно, короче. Ну ладно. Продолжаем со спайдерменчиком играть. Так, сейчас мы разгонимся и щелкнем. О, да, два раза. Еще. Ах, не успел, улетел. Так, теперь берем вот это, не знаю, что это, сила. Ну, попробуем взять. Оп, готов. Так, у него сейчас опять ярость будет. Так, больше урон, чем обычно. Вот это хорошо. Ах, пролетел я. Ой-о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 й
Дорвалась. Так, нет, ложка. Ну, давай, есть. Уровень ярости, босс, расстроим. О, бензин какой-то.
Так, а как мне этот бензинчик взять? Сейчас попробуем. О, да, неуязвимость, ребята. Неуязвимость, но она ненадолго, конечно. Или надолго? Нет, все, закончилась неуязвимость. О, паудики. Опа, на тебе. О, нет, паук меня убил. Да. Так, этого мы отщелкали. Этого тоже. О, паучки, паучки, паучки. Ах ты гад, умри. Так, уровень ярости. Троечка. Прям в яблочко. Так, ну сколько мы зарабатываем монеток? 150 монет? Мало. 150 монет это мало, очень мало. Паучья сигнализация. Так, хорош. Ну давай. Я сейчас... Есть удар! Молодец. Ждем. О, ракетка. Ракетка мне нужна. Она так высоко стоит. О, все. Теперь я буду вас стрелять и уничтожать. Так, а босс опять расферетел. Давай мы его сейчас... Подожди. На тебе. Ух ты. Так. А это что такое за фигня? Не знаю. На тебе. На. О, все, скорость. Вот так, я еще урончик. Ну и что? Получил? Сорокашка. Ой, все, взорвали меня. Так, следующая машинка. Пилы, пилы, пилы пошли. А-а-а, разорвали мою машину пилы. Есть, уничтожили. Гад, хотел на меня напасть. О нет, тараканы! О! Видишь, как я четко в этих тараканчиков паучков попадаю. Так, опять босс рассверепел. Все, а мне финальный удар машинка нанесла. Так, в пустыне едем на машине. Нам нужно проехать за 25 секунд. Попробуем проехать, получится или нет. Нет, за 25 секунд мы не проедем, конечно, трассу эту. Ёлки-палки, давай, ускоряемся. Ё-моё, 27 секунд уже едем. Тачка, давай. Ух ты, сколько здесь зомбарей. Угу. Да, за минуту бы доехать. Может быть, даже за минуту мы не доедем. Так, осталось совсем чуть-чуть. 55 секунд. Есть, за минутку мы доехали. У нас получилось. Ну что, смотри, выбираем трассу. Американские горки. Тачку берем. Они все классные, конечно. Ладно, поехали на этой тачке. Мне она понравилась. Ух ты, американские горки. Вот здесь я ни разу еще не... Здесь я ни разу не ездил. Поехали. О, бенз. Забираем бензик. Ага. Ух ты. Прикольная трасса, мне нравится. А что это такое у них? Зеленые какие-то выхлопы или что? Были на машинках. Ух ты, перевернулись, ребята. Ага. А, это типа травы. Трава какая-то растет. Ага, в натуре. Так, есть. Я собрал все эти жетоны. Вот еще вот эти сейчас заберу. О, да, все жетоны на карте типа ты собрал. Нам дают. Нам потом реально какие-то очки дают.
Как бензик, спасибо. Иди нафиг. Едем дальше. Да, здесь еще мы вот это все выигрываем, коньяки. И, ребята, реально нам потом... мы открываем новые трассы. Новые трассы мы откроем с вами. Тут надо аккуратненько на поворотах. Так, пятый мы едем. А сколько там уже? А, закончился, ускоритель. Так, бензин нам нужен? А, кстати, бензин нам тоже здесь нужен. Прикинь. Машинки-то прокачанные у меня. И реально... Ух ты, я почему-то вот эти квадратики подумал, что их собирать надо. Периферическое зрение меня обмануло. Я подумал, их надо собирать. Да кто такое поставил? Вообще непонятно. Так, надо все мне успокоиться, потому что я тут все уже... Все, что мог, я на этой карте собрал. И бензинчики, и жетоны. Все, тихо. Есть. А, третье место всего лишь. Ну, тоже, в принципе, хорошо, что не четвертое какое-нибудь там, да? Угу. Так, 1369 у нас всего очков. Так, сколько добавили? 75 добавили, да? О, 1400. А нам нужно 1700, чтобы открыть Бразилию, ребята.